Всем привет, дорогие друзья, с вами Жека, и вы на канале Прикоснуться к играм. Сегодня вам покажу, нам добавили, разблокировали три костюмчика, и это тоже разблокировали еще одну тачку. С DLC Import Export. Вот, давайте посмотрим, вот такой костюм мне добавили. Кстати, их три костюма, каждый костюм стоит по 100 тысяч долларов. Так, не знаю, вот. Как бы его... Во, вот так вот его можно показать полностью. Вот такой вот костюмчик. Так вот с масочкой. Вот так вот. И добавили нам тачку одну. Кстати, добавили маски, но... Маски там, знаете, как с прошлого года. Это там просто Дед Мороз и всякие... Можно нарядиться в елочку, там... Можно нарядиться там в дельфина. Еще в кого-нибудь. Такого наподобие. Так, ну давайте мы посмотрим, вот нам тачку добавили, одну разблокировали тачку. Стоит она, кстати, это около миллиона. Сейчас мы посмотрим, кстати, она стоит у Бенни, заказная. Так, давайте мы сейчас зайдем к Бенни. Так, Бенниус. Так, и вот она, это у нас машина. Так, она стоит 1 440 000, еще плюс все делаешь заказной, еще получается 600 тысяч долларов. Так, вот такая вот тачка. Получается 2 миллиона долларов стоит. Вот так вот ее прокачал. Давайте ее рассмотрим. Я, правда, ее немножко ударил уже, пока отсюда доехал. Не знаю почему, но мне такой цвет больше понравился. В оружии, кстати, я не нашел ничего в оружии. А, в оружии, скорее всего, только добавили, нам разблокировали. А, кстати, дорогие друзья, смотрите, кстати, пока пользуетесь, я не знаю, это или баг, или что. Это когда заходите у Santos Customs, это меняете гудок, бесплатно гудки стоят, 3 гудка, это праздничные, стоят бесплатные. Смотрите, вот у меня вот такой вот. Кстати, он еще бесплатно, кстати. Или это просто у меня только, я не знаю еще. Посмотрите, у кого бесплатно, напишите в комментарии. Он для всех бесплатный или только у меня, я не знаю почему. Туда, ну хотя она гоночная. Кстати, я сейчас вам надо салон показать. Сейчас я вам салон покажу. Так, давайте зайдем в настройки. Так, сейчас мы зайдем в настройки, поменяем вид. Ой, я не то зашел. Вот сюда вот. Сейчас. Так. Так. Ну, вот такой салон себе сделал. Кстати, салон, кстати, гоночный себе поставил. Не, ну мотор качает, да, дорогие друзья? Так, давайте мы выйдем с нее. Вот такие вот я двери сделал. Вот такая вот тачка. Стоит 2 миллиона долларов, офигеть. Она стоит, правда, 1 400 000, но... Когда я делаю еще заказной... К Бенни приезжаешь. Так. Кстати, тормоза тут нет, знаете, тормоза, кстати, очень хорошие. Смотрите, вот раз и все нас затормозило. Вот тормоза все-таки у нее реально классные. Ну и заносит ее, ну хотя, знаете, заносит ее не так сильно. Кстати, вот эта тачка мне реально нравится. Я буду, кстати, на ней только кататься, получается, только вот сейчас. Не зря деньги. Как говорится, выложил. Они мне очень тачка нравится. Вот и все, видали, она остановилась. Вот тормоза просто отлично. Давно таких тачек не встречал.
Реально классная тачка. Так что вот там что разблокировали. Только пока разблокировали одну тачку. Это, кстати, это во вторник. Разблокировали нам тачку 20 числа. Так что вот такая вот тачка. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Жека. Всем удачи. Всем пока.